Всем привет, дорогие друзья, продолжаем проходить стрейчика. Собственно, в прошлой серии мы с вами остановились. Вот туточки. Я немножечко с прошлого чекпоинта пробежал сюда, в общем, ничего нового не нашел. А продолжаем искать Клементину. Блин, надо было просто сюда серьезно запрыгнуть, здесь был бы чекпоинт. Ну что ж так все через жопу-то постоянно делается-то у меня. Так, что у нас туточки? Кружки можно ронять. Можно наверх зачем-то. Ладно. Катсценочка пошла. Пошла катсценочка. Мяу! Я думал, ты стра... А, неважно. Кто ты? Чего ты хочешь? Так, а... Погоди, значит, с Балтазар наконец-то решил кого-то послать? Я полагаю, это мой новый рекрут. Какой ты маленький. Как ты вообще выжил в канализации? Кажется, находчивости себе не занимать. Я ищу путь в Уцайт с того момента, как ушла из Арбовейника. Но стражи всегда на чеку. Теперь, когда ты здесь, ты можешь мне помочь. Следуй за мной. Ты подожди, за тобой следовать. А чем тут занималась? Ну-ка. Как нам туда надо запрыгнуть-то? А, прям вот здесь. Да куда ты вниз, котяра? Наверх, во. Внизу же у нас ничего нету? Нету. Поэтому смотрим, что у нас тут наверху. А наверху ничего пока что нужного. Как-то странно это даже. Ну, прилечь мы можем, и все. Ладно. Веду Клементина. Я уже давно разрабатываю план использования старого поезда. У меня даже есть ключи, чтобы его запустить. Чтобы привести его в действие, нам нужна лишь атомная батарея. Я знаю, что у корпорации НЕКО на заводе есть одна из них. У меня есть агент, который может помочь нам внедриться в их ряды. Я не знаю его имени, это робот в куртке Бамбере с золотой цепью на шее. Передай ему это сообщение. Сообщение для агента. Такому маленькому и быстрому, как ты, будет легко прокрасться на завод. И последнее. Не стесняйся обращаться за помощью. Город полон информации. Только держись подальше от стражей. То есть ты мне тоже, как и все остальные, говоришь, иди туда не знаю куда и принеси то не знаю что. А ты молодец. А ты молодец. Прям браво. Ладно, корпорация НЕКО. Понял, услышал. Понял, услышал. Сейчас как-нибудь спрыгнем вот сюда, наверное. Опачки. Вот так вот и вот так вот. Так, хорошо. А, значится. Повернуть объект. Здесь ничего больше нет. Показать B12. Клементина. Этот парень хочет ей помочь. Надо его найти. Он наш единственный способ найти атомную батарею. Не забудь. Это робот в куртке-бомбере с золотой цепью на шее. Так, куртка-бомбер, золотая цепь на шее. Это бомжи какие-то без цепи. Куртка-бомбер и золотая цепь на шее. У тебя есть? Так, ну эти пока все без цепей. Ладно, получается, в баре никого нет. Парикмахер вряд ли. Тут тоже ничего нет. Продавец вот вообще маловероятно. Серьезно, он меня боится, то что я вокруг него боднулся.
Ну ты охранник, конечно, лошара. Так, ладненько. Туточки нет ничего. Это просто мент, видимо. Так, золотая цепь на шее. Ты чё? Там пополняют запасы, я понял. Давайте сюда забежим. Этот до сих пор с музыкой парится. Бывает, что не бывает. Так, у этого ничего нет. Музыка на самом деле такая, если типа drum and basic. Как-то раньше, лет 15 назад, было популярно. Кто вспоминает, лайк под видео. У этого цепи точно не может быть, это рабочий. Ты? Нет, поудре это не то. И здесь тоже никого нет. Подожди. Бомбер и золотая цепь на шее. Так, отсюда мы прибежали. Может, где-то в самом начале стоит? Куртка, бомбер и золотая цепь на шее. Ага. Ну, пойдем тогда, получается, сейчас направо, куда-нибудь во дворы. Чел, ты в порядке? Ну, аккуратнее надо ходить, чё ты. Скользко же на улице, дождик. Так, у этого тоже бомбера точно нету. У этого цепи нету. Подожди. А кто тогда? Ну вообще, по логике, конечно, цепями обладают вот эти вот такие вот парниши на рэпе, которые... с этим болтать нельзя. Может, где-то вот на втором этаже там был чел, здесь вот справа? Нет. А может быть, прямо вот откуда мы ушли, получается? Я до сих пор сейчас не понимаю, зачем здесь эти коробки, в которых можно прятаться. Ну, видимо, это на потом. Говорить с мукой. Ну, я еще... Шарики за ролики не уехали, чтобы с мукой разговаривать, поэтому... Блин, я, если честно, хрен знает. Где-то есть какой-то челик с курткой-бомбером, у которого, соответственно, есть цепь. Но это все не те. Пробуем с ними поговорить. Это Блейзер, мы раньше вместе работали. Когда мы говорили в последний раз, он строил какие-то планы насчет корпорации НЕКО. Короче, это Блейзер. Какой-то Блейзер. А где мне Блейзер найти? Не путайте с Блейзером, который еще тупой, лоссаная. Ты Блейзер, не? Цепи нет. Блейзер, Блейзер, Блейзер. Задержанный не Клементина. Продолжать поиск. А, это типа... Я понял. Я законопослушный гражданин. А можно зайти? Да что ты такой убогий-то, а? А здесь ли что? Ничего. Робот в куртке-бомбере с золотой цепью на шее. Ты что ли?
Да не совсем похоже на это. Это просто какая-то чика. Вот это здесь стоит постоянно. Может быть, нам туда? Да нет. Честно, не понимаю, о каком бомбере они говорят, с какой цепочкой. Тут не так-то много роботов. О, кстати, это что такое? К черту стра... А, ну это мы уже видели, да, это мы уже видели. Куртка-бомбер, золотая цепочка. Может, этого спросить? Взятка? Я не беру взяток. Я ценю свою работу. Что это такое? Так. Неужели надо всех расспрашивать сейчас будет? Откуда ты это взял? О! Ты из аутсайда, мой агент? А где у тебя цепочка-то? А, реально цепочка. Итак, вкратце про атомную батарею. Батарея питает завод корпорации НЭКО, вон там. Но его территория закрыта и усиленно охраняется. Они проверяют абсолютно всех и пускают только тех, кто там работает. У меня есть идея. Принеси мне куртку рабочего и каску рабочего. А я пока побуду здесь, чтобы вычислить подходящий момент для прохода. Так, куртка и каска. Слушайте, ну блейзеры нашли уже неплохо. Однако, теперь нужно где-то найти каску. Так, что-то они как-то пока... Вот оно что, для чего нужна была музыка. Чтобы украсть куртку. И украсть каску. Получается, да? Привет, челик, привет, привет. Где каска? Ну, то есть каска у нас не здесь получается. Разве мы сейчас не имеем дело с воровством? Да слушай, хер его знает на самом деле. Я бы не был столь... Может как-то напугать вот этого? Так, это из магазина одежды и магазина головных уборов. Но я сомневаюсь, что у них твой размер. Значит, что где-то магазин уборов есть головных. Магазин одежды вот. А вот магазин уборов, кстати. Я уже целую вечность жду, когда Ступлачи вернется и поможет мне пополнить запасы шляп. Босс очень недоволен. Если этот парень снова балду гоняет в баре, ему не поздоровится. Намек понят. Намек понят. Идем в бар. Где-то у нас тут чел получается. Ты? Нет, не ты. Джазам. Тоже не тоже. А, вот этот вот, походу, да? Парень в подсобке разбудить только может сильный удар головой.
там есть парень в подсобке. А, вот для чего нам сюда надо, я понял теперь. Сейчас мы его разбудим. Бам, нахуй. Просыпайся, пьяница. Работать пора. Давай, 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 чеши, мне надо каску украсть. Ишь какой, блин. Забрел в бар, набухался, лег спать. Нельзя так делать. После работы быстренько все раскидал, разложил, пошел и уже там накидался. Давай, 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 давай. Я привел додика этого. Так, несите меня внутрь, пожалуйста. Ты чё, время видел, дурак? Босс ругается, ты вообще долбоёб. Прости, прости. А, в жопу тебя. Так, все. Он нас тащит в магазин. Правильно ведь? Вообще хозяин мог сам все это сделать. Там делов-то, блин, 2 секунды. Поднял, поставил, все. Роботы же. Оп. Та-ра-да-да. Вот и все. Делов-то. Все, вор века. 13 друзей Оушена в шоке. Я притащил. Отлично, это куртка именно то, что нам нужно. Но мне все еще нужна каска. Отлично, каска подойдет. Сейчас переоденусь, может, отвернешься? Ты такой стеснительный, я не могу с тебя прям. Отлично, немного тесновато в талии, но сойдет. Запрыгивай в коробку, я пронесу тебя через проходную. Оп. Хорошо. Хорошо, хорошечненько. Корпорация НКО. Стой. Чё это за хуйня? Так, 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 состав. Крахмал. Да, пойдет. Затаскивай. Можно выпрыгивать? Что они угорают? Эй, я все слышу. Я не такой короткий, как вы думаете. А, он просто с ним болтает, мне нужно идти дальше. Я понял. Теперь я понял, для чего коробки. Чтобы дроды нас не заметили. Такс. Этот нас, по идее, не должен видеть. По идее. Так, здесь все хорошо. Оп. Так, здесь он нас видит. Вот сюда. Вот сюда. А этот просто смотрит? Просто вертит башкой, правильно? Ёлы-палы. На шухере. Все-таки спалил. Но я не знал, не думал, не гадал. Никак не ожидал.
Так, нам направо или... А, нам за него. Так. А, ну у нас сейчас слепошары. Какую дверь мы открыли? Ага, вон ту. А как нам? Ничего. Интересно, снова вниз, да? Так, я понял, короче, пока та штука хреновина едет. Ага, под его светом прям. Вот так вот. Ой-ой-ой! Чуть не спалился. Так, хорошо. Так, пробрались на завод Неко. Так, слушай, давайте спрячемся, наверное. Мне кажется, он тут сейчас может. Нам нужно просто здесь обойти. А, ну сначала что-то открыть. Так, вот эта штука нам не нужна, кстати, сейчас. Аккуратненько идем. Так, пока они спалились. Ну, кроме одного момента, когда нас роботы что-то просто обнаружил, типа. И все. Так. Здесь мы, естественно, сможем пройти с помощью этой штуки, получается, я думаю. Хотя, может, и сгорим. Так, здесь вроде все тихо. А, включить, выключить. А мы здесь, получается, управляем этой только хреновиной, и нам нужно сначала что-то открыть здесь, видимо, а потом что-то здесь. Так, хорошо, я понял. Вроде как понял. Ехай за мной. Так, все, мы закрыли эту штуку. Теперь сюда и вниз. В принципе, загадка пока что понятна. Здесь мы просто забираем с собой тележку, или не знаю, как ее назвать. Давай за мной. Такс. И что это нам дает? Понял. Тут какой-то секретный ингредиент, который нам нужен. Собственно, это та самая атомная батарея. Бляха-муха. Палево. Спалились. Полностью и бесповоротно. Получилось. Быстрей, уходим отсюда, пока не появились стражи. Клементина, мы должны отнести ей батарею. Так, нам же туда, правильно? Никаких воспоминаний здесь вроде бы нету. Но до сих пор кучу воспоминаний мы нихера не нашли. А, вот мы оказались, оказывается, где. Да ты куда прыгаешь-то? Нам в другую сторону вообще. Я думаю, что за Клементиной там теперь на самом деле следит уже очень много стражей.
Видимо, именно для этого там нужны коробки, чтобы там ныкаться. Просто я, короче, пока второй раз бежал после чекпоинта там минутку, я нашел там еще одну коробку. То есть всего там две коробки по пути к ее квартире. На каждом из этажей. Во! Как я, в принципе, и предполагал. Эй, думаете, сможете помешать нам тусоваться в наших хатах? Ах, шите рэперы. Так, а где они? А, их там двое, да? Их там двое. Ну, пока ничего сложного. Сейчас этот налево отвернется, мы просто шмагнем туда. Давайте сначала понаблюдаем, куда она катается. Хотя в целом я понял. Ой. А, это если от них убегать, надо прятаться в коробке. Все, теперь я точно догнал. Так, а там тупик. А здесь тоже тупик. Так, вы чё? Как меня спалили? Там снизу ещё, что ли, какая-то была штука? Ой, точнее, слева получается. Так, ребятушки, все по своим местам, давайте. Блин, еще одна пришла сюда палить. Вы чё? Никого здесь нет, все хорошо. А, она здесь появилась просто так. Ёпк-макарёк. Нормально, не спалился. Так, нам бы как-то туда пройти надо, получается. Там сверху коробка еще одна есть. Давайте попробуем. Там есть еще одна коробочка. Коробочка там есть. Коробочка, 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 коробочка. О, нет коробочки! Нет коробочки! Запрыгиваем сюда. Серьезно? Я ж уже выпрыгнул почти. Спасибо! И на каком чекпоинте нас остановят? Самое начало! Ты чё? Ну нельзя так делать. Зачем? За что? Буквально вот молясь, не успели, просто не успел нажать кнопочку X, чтобы прыгнуть вниз, и все, и нас электроразрядом херанули. Ладно. Так, никаких же других путей нет вроде, да? Ладно, пробуем заново, точнее снова. Так, вот он, этот вот робот здесь, который нас в прошлый раз спалил. Его в прошлый раз здесь не было, я его не помню. Так, здесь сломано. А мы наверх сможем как-то выпрыгнуть?
А, вот так вот. Все, теперь я понял. Ну, блин, сгоношился просто так и не увидел очевидного пути. И вот таким вот образом мы сейчас спокойно подождем, когда он проедет обратно. И просто прыгнем туда, господи. Ну, это все было настолько очевидно и просто, что... Ужас. Ужас. Все. Никто нас не палит больше. А в прошлый раз реально не успел только нажать на X один разочек, и все. Так, ты там где-то наверху, что ли, да? По всей видимости, сныкалось. Что? Клементина, а ты где? Клементина. Клементина? Нет, ее здесь точно нет. О, что это? Похоже на какое-то закодированное сообщение. Чтобы выяснить, что с ней случилось, придется поиграть в детектив. Смотри. Для B12 и кота. Ответ кроется в моих вещах. И еще 4 символа. Подпись Клементина. Взгляни. Так. Получается цветок, говно, какой-то конус. Еще что-то. Так, цветок, говно, какой-то конус. Хорошо. Ну, наверху там точно что-то есть, не зря же мы. Так, проверить. Драгоценный камень средней ценности и низкой частоты. Кажется, свечение было добавлено искусственно. Может быть, это знак, чтобы мы могли найти что-то полезное? Бинго, сообщение. Здесь написано блейзером. Так, блейзером, да? Мои датчики могут обнаружить безвредные химические вещества только в газообразном состоянии. Они не могут воссоздать то успокаивающее ощущение, которое я помню. Как и я, компаньоны не чуют запахов, поэтому мне интересно, зачем они это делают. Под контейнером тоже спрятано сообщение. Здесь написано «Я с блейзером», видимо. Так, ну, видимо, в каждой комнатке по одной вещи. А ведь цветок нужен какой-то или нет? А здесь что такое? Нашел что-нибудь? Ничего не вижу. Ты уверен? Так, стой, подожди. Ага, наверху. Понятия не имею, что это такое, но его свечение завораживает. Прости, отвлекся. Даже не заметил это сообщение. Здесь написано «Ночной клуб». Короче, она с блейзером в ночном клубе. Нам осталось еще одну, типа, найти, чтобы... Нашел что-нибудь, ничего не вижу. Так. Короче, нам нужно еще одну вещь какую-то найти, чтобы, видимо, они там как-то открылись. Они все эти вещи светятся. А, вон, вижу. А почему? Почему? А, вот это, наверное. Нашел что-нибудь? Ничего не вижу. Она с блейзером в ночном клубе. Это понятно. А, конус. Странная вещь для квартиры. Это то, как здешние компаньоны видят людей. Довольно забавно. Смотри, здесь что-то есть. Здесь написано «Приходите в ночной клуб». Я с блейзером. Приходите в ночной клуб. Ура, отличная работа, лейтенант Кот. Теперь пойдем найдем ее. Времени мало. Ну, пойдем.
Так, ну вниз. Вниз это не вверх, говорится. Все. Мы коты, мы все сделали. О, а тут что такое? Диджей Матки сегодня вечером в клубе Горо 2. Так, ну где клуб, мы знаем с вами. Мы там уже были, нас там два раза турнули оттуда. Здорово. Это не для тебя, уходи. Так, он взяток не берет. Вряд ли вышибал нас пустят. Эй, ребята, кажется, нам снова придется пробираться сзади. Намек понят. Такой тонкий-тоненький намек, что где-то сзади здесь есть дырень. Давай познакомимся. Привет, партнер. Почему бы тебе не подойти сюда, чтобы я мог хорошенько тебя разглядеть? Да мы сейчас этим и займемся. Это единственное место, кстати, где мы в городе еще не были. Чудесно, только посмотрите на этого маленького милашку. Эй, как ты сюда попал? Хочешь потусить с нами? Вот, запрыгивай, иди выпей что-нибудь. Привет, клиент. Доступ на балкон закрыт, там какая-то частная тусовка. По-моему, его забронил парень по имени Блейзер. Это, к слову, о том, что всегда нужно идти всегда к барменам, потому что они все знают, как правило. Ну, должны знать. Взять странный напиток. И что, и неужели у нас тут нигде никаких воспоминаний нет? У нас же их тут 5 штук, ёлы-палы. Ой. В смысле? В смысле? А мы как сюда попали-то? Типа по лифту? Воспоминания зато. Когда я был человеком, мы с друзьями собирались и веселились всю ночь. Даже если на следующее утро приходилось страдать от неприятных последствий. Я любил радоваться жизни, несмотря на непригодную для обитания поверхность. И все более убогие условия жизни под землей. И капиталистическую жадность таких компаний, как корпорация НКО. И полицейское государство, созданное стражами. Теперь я помню, зачем мы это делали. Ох, это в смысле? Это вот такое воспоминание далекое, типа 5-е условно. А где мы еще просрали-то? 4 воспоминания. Я в шоке, если честно. Так, да, давай, сходи. Нам надо снова наверх подниматься в клуб. Все, каталифт. Каталифт, но уже другой. Так, с этими пацанами вроде не поболтать. А, нет, кстати, вон, можно познакомиться. Тебе нравится моя маска? Я сам ее сделал. Она глушит сканеры стражей и выглядит очень круто. Интересненько. Влево, вправо, парам-пам-пам, парам-пам-пам. Это называется танец Зегана. Фу, этот клуб отстой. Пытался пройти в дурацкий вип-зал, но меня выгнали. Меня, можешь себе представить? Вот я и украл тот рычаг, так ради прикола. Если принесешь мне выпить, отдам тебе этот глупый рычаг. Мне он не нужен. Не хочу, чтобы меня с ним поймали. О, спасибо, друг. Вот, держи, как и обещал. Рукоятка рычага. Диджики, привет. Всем привет, с вами диджей Мэтки. Давайте зажигать. Первую песню попросил наш очень сомнительный друг, Блейзер. Какой-то зомбак. Вжих-вжих-вжих. Я доплатил за сегодняшнее танцевальное движение от вышибала.
Это он программирует голограмму в свободное время. Так, а VIP-балкон у нас там, да? А где проход туда? Как на VIP-балкон попасть, чувак? А, рычаг. Ой, не то. А, нужно их отвлечь, чтобы, видимо, мякнуть как-то. Сначала правый надо. А что происходит? По этим штукам надо подняться. Теперь я понял. Поднимай меня. Лестница, видимо, была поднята сверху как раз таки. Это такая загадка. Блин, куда Блейзер свалил? Я понял. Надо сначала посмотреть, как они крутятся. Так, ну этот маршрут не подходит. О! Походу вот так. А нет. Походу надо теперь вот это вот нажать. Чтобы опустить верхнюю. Вот так вот. Да. Такой вот маршрутик. У меня очень хорошие отношения со стражами. Не понимаю, почему другие постоянно жалуются на них. Да потому что дурак. Короче, ладно, ребятки, давайте на этом заканчивать. Сохранение прошло. В следующей серии продолжим. Надеюсь, это будет еще не последняя серия. Пишите, как вам котик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно. Увидимся с вами в следующей серии. Дальше интереснее. Всем пока.